На площадке баскетбольного центра «Химки» талисман сборной городского округа «Ёжик» проводит зарядку. Воспитанники химкинских спортшкол повторяют движения за аниматором. И несмотря на веселую обстановку, юные спортсмены предельно собраны. Это неудивительно. Не каждый день в этом зале проходит мастер-класс со звездами большого баскетбола, приуроченный ко дню города. Главная цель мастер-класса – присмотреться к молодым баскетболистам. Лучших спортсменов берут на заметку тренеры сборной, чтобы затем, по достижении 18 лет, возможно, пригласить в баскетбольный клуб «Химки». Что, конечно, и есть спортивная мечта любого из этих ребят. Уже сегодня наша спортивная школа по баскетболу является лучшей школой Московской области. В разных возрастах они являются чемпионами, завоевывают золотые и призовые места. Но для любого спортсмена верхняя точка спортивной карьеры – это профессиональный, в игровых видах я имею в виду, это профессиональный клуб или Олимпийские игры. А лучшая мотивация для молодых спортсменов суметь дойти до вершины баскетбольного Олимпа – это живое общение с большими спортсменами на подобных мастер-классах. Владислав Шарапов, нынешний центровой игрок клуба «Химки», рассказывает, будучи подростком, решил связать жизнь со спортом именно после встречи со звездами баскетбола. Я только начинал свой баскетбольный путь, а ко мне приехали настоящие профессионалы. Я ходил к ним на игры на БК «Спартак», и вот я их видел буквально с трибуны на площадке, и тут они рядом со мной, я вместе с ними тренировались, также бегали. Даже немножко побросали, поиграли в баскетбол, и в конце фотографируюсь, потом я был невероятно счастлив. Счастливы, судя по лицам, и эти юные баскетболисты. Мастер-класс удался на славу. Первая большая игра сезона состоится в этом зале 8 октября, когда химчане примут на домашней арене ростовскую команду «Барс РГУ». Поболеть за старших товарищей пригласят и воспитанников спортшкол городского округа. Сервер «Биг Победа», Вильфред Демковский, новости «Химки ТВ».